На площади возле Дворца Металлургов десятки тысяч череповчан. Праздник не смог омрачить даже проливной дождь. К началу концерта небесная канцелярия сжалилась над горожанами. Выглянуло солнце. Одновременно с ним на сцене появился и любимец девушек, поп-исполнитель Митя Фомин. Смотри, я все еще горю. Появление столичного певца на площади встретили громкими аплодисментами, а некоторым поклонникам даже удалось дотянуться до звезды. Но самым долгожданным для металлургов стало появление группы «Ума Турман». Братья Крестовские родом из Нижнего Новгорода, но несколько лет назад стали известны на всю страну. Дорогие черепахчане, здравия вас! Группа «Ума Турман» выступала на площади у Дворца Металлургов больше полутора часов. Владимир и Сергей Крестовский исполнили песни, слова которых череповчане знают наизусть. А теперь вы, девушка, проспали. После трехчасового музыкального марафона металлургов ждал красочный подарок. В небо над Шексной выстрелили залпы салюта. Фейерверк стал яркой точкой праздничного действа, а у каждого горожанина от Дня металлургов в Череповце остались свои впечатления. Праздник очень понравился, особенно салют. Очень красочный и, мне кажется, отражает отношение нашей администрации к горожанам. Все очень хорошо прошло. А что больше всего понравилось? Концерт, наверное, салют. Больше всего салют, фейерверк. Классно, мне вообще все понравилось. Ура, турма, все классно, классно. Вообще, я просто в шоке. С площади ДКМ череповчане неохотно расходились домой. Праздник продолжался, но уже на улицах города.